Здравствуйте, меня зовут Сергеенко Павел, мне 19 лет. Я молодой и целеустремленный. Это самое главное, что во мне всегда есть, было и будет. Итак, переходим к самому главному, а именно это к персонажам, которые я хочу сыграть. Я хочу сыграть принцев, потому что я 11 лет занимался бальными танцами. Именно там нас учили нести себя, быть таким вот именно принцем. Когда ты выходишь на паркет во фраке, ведешь свою партнершу, она смотрит на тебя, ты смотришь на нее. Вот эта искра, мне кажется, очень подойдет в исторические проекты, где герой влюбляет в себя, сам влюбляется, это очень важно. Вообще, я хочу сыграть всех. Все, всех и все. Потому что мне это интересно. Съемочная площадка для меня просто мир, в котором я живу, буду жить. Мне это безумно нравится. Прям. Поэтому увидимся на съемочной площадке. Буду рад поучаствовать в вашем проекте. Меня зовут Сергеенко Павел. И, да.